очень хороший подбор. Он ровный, мы называем ровный. Есть неровный подбор. Знаете, вот, например, есть такая книга задачи комбинации Шумилина, да? Вот я по ней занимался, 680 комбинаций. Вот. То там одна комбинация там трудная, потом легкая, средняя, трудная, легкая, средняя. То вы считаете 15 ходов, то 2 считаете, то вы 7 ходов считаете, то 3. Понимаете, так они ровные. Но просто других книг тогда не было, и надо было так решать, неровно. А сейчас появились хорошие книги, и поэтому можно выбрать. Вот. Еще есть такой автор, на всякий случай, если вы не достанете Шмелина, Шмелин, Эш, Ше. Это русский, по-русски Шмелин, он, а начинается, если по-иностранному вы увидите, то СС, буква С начинается, вот, с английском языке. Вот. Он написал 2 книги, и там тоже очень хорошая подборка. Он написал эти книги вообще для своей дочери, которые они сейчас в Германии живут, там дочери